Таран-таран, с вами Риран, ребяточки, неделя любимых клипов. Это уже третий день, ссылочку на первый и на второй день я оставлю в описании. В этих выпусках мы с вами смотрим легендарные любимые клипы всех времен и народов. Это уже второй сезон, у нас есть и первый, ссылочку на список с ссылками на первый сезон. Господи, как сложно. Короче, кто хочет посмотреть все сезоны, идите в описание, там я сформулирую толково, не так, как сейчас, коряво. Так вот, это у нас уже третий день, и новость для кого-то хорошая, для кого-то плохая, не знаю, для меня шикарнейшая. Я решила добавить еще один день, неделю любимых клипов, он планируется в воскресенье, то есть послезавтра, если этот выпуск выйдет вовремя, потому что очень долго монтируется, не успеваю я за день смонтировать, вернее, так впритык и выходят выпуски ночью, потому что донатиков пришло больше, чем я рассчитывала, я такая, давайте, короче, смотреть все подряд, тем не менее, начнем мы с вами с банки. У нас, знаете, редко попадаются розовенькие, очень рассчитываю на то, что сейчас попадется что-нибудь розовенькое. Нет, рыженькая. С девочек мы начинаем. Так, буду показывать сразу на свет, чтобы было видно. Все, я думаю, что все увидели, это 2NE1, I'm the best. Мне кажется, что был бы не полон. Почему-то мне кажется, что был бы не полон список легендарных клипов без 2NE1. Почему мне кажется, что это их самый легендарный клип? Боже, у них такие шикарные образы здесь. Это, наверное, мой любимый у них клип. Хочу громче. Мне громче делать. Боже, она такая эпичная с этим поясом. Как пляшут обычно под эту песню на кей-поп вечеринках. Это хореография на скользком полу, на шпиляках, на платформах. О май гад. Вот вы посмотрите, насколько круто такой жесткий образ вписывается с этой собачкой, с этими сразу каблуками, камушками. Вообще, короче, расшик, мне очень нравится. Латекс такой. Блеск. Это старшие сестрички Blackpink, если кто-то не знает. Тут вообще посмотрите на это. Типа, вообще, как придумали такой образ? Просто круче уже дальше, мне кажется, некуда. Капюшон из типа кольчуги. Кольца, металл, кругом металл. Ой, это мой. Дара. Мюнси. О, класс, классный момент. Такой танцевальный. У нас в основном танцы там только в конце. На прошлой неделе любимых клипов мы смотрели другой, их не менее крутой клип. Мне кажется, чуть более ранее, чем вот этот. А может и нет, может я путаю. Но вот девочек я всегда вспоминаю именно по этому клипу. Посмотрите. И добавили, короче, тут звездочки и милоту такую. А это камон, типа что? Что? Что это за шляпа? Мне кажется, даже было несколько плагиатов на эту песню, если я не ошибаюсь, потому что она реально крутецкая. Юбка, вы видали, какая у нее? О, да! Вот это вообще уже взрыв мозга. И главное, что это ближе к концу клипа, вот эта тема, вот эта локация с этими образами появляется. Они гармонично сочетаются с предыдущими. Хайер просто крашеный, обалдеть! Во-во-во, ребята. Кайф. Вот эти еще барабаны справа-слева, пирамида. Может, это иллюминати? Жара, девочки, жара. Мальчики тоже. О, кайф! Короче, это полный разнос. Надо было глянуть, когда вышел клип. О май гад.
Да. Так, главное, что там это пирамида 2NE1 написано. Это у нас 2011 год. Я в кей-попе чуть раньше, но я чего-то не помню, чтоб я реально это смотрела, как, знаете, такой камбэк, который был у всех на слуху. Как-то я в этот момент то ли вывалилась, то ли где меня носила, я не знаю. И я по факту посмотрела клип, когда он уже вышел, думая, что, ну, типа, может быть, он не такой новенький. Вот я уже не помню. Ребята, у нас сейчас будет кое-что кульное. Пришла заявочка. Чхве или Цой, как тебя лучше называть? Посмотри, Ace, Take Me, Да почему же вся проблема прочитать? Хая, вот так вот он мне говорит, take me high. Суть не в том, клип-то я этот уже видела раньше. Читаю дальше сообщение, там смайлик с улыбочкой. И спасибо за твой канал и за то, что делаешь много интересного контента. Спасибо тебе большое, и я в такие моменты чувствую себя совестно, потому что я сейчас не в том состоянии, которое может продюсировать кучу крутого контента. Его сейчас, как вы понимаете, выходит все стандартно у нас, обзоры, новости и реакции, то без чего я, собственно, жить не могу. И сейчас нет, короче, какого-то обилия контента интересного, но мне приятно, что ты мне об этом написала. И спасибо, конечно же, большое за заявочку на Ace. Люблю этих мальчишек, вы знаете. Клип я уже видела, и, по-моему, если не ошибаюсь, здесь у нас нет Чана, он где-то, видно, участвовал в то время. Освежим память, ребята, погнали. Это из разряда милоты у Эйс. Клип смотреть рекомендуется. Мне тут очень нравится образ. Вау, боже, посмотрите, как... Ай, блин, такие кадры. Сейчас будет набор несвязанных мыслей. Вот такие клипы, вот они реально для поклонников, которые тащатся от самих пацанов уже, мне кажется. Ну и вообще просто для настроения. Гангван здесь вообще другой. Ну, в смысле, он такой, как в жизни, если в клипах его более делают таким каким-то неузнавашкой. Как они смотрят, господи, Дон Хун. Такой хромаки по волосам вырезанный криво. А смотрите, какой здесь вау, просто вау. Джун, как всегда, со своим обаятельным взглядом. Так, подождите, мне показалось или... Блин, песня. Мне так нравится припев. И танцы, что за кузов? Почему я раньше этого не замечала? Я, наверное, раньше в глаза смотрела. А что здесь сейчас такое? Ой, мне нравится здесь у Джуна стриженция. Ну, в смысле, укладочка там, где они пляшут. Ой, гляньте, как он хорош. Да ты тоже хорошенький. Да не оторваться прямо от тебя. Этот клип нужно на скриншоты разбирать. Да, видите, Чана не хватает. Где мой кофе? Боже, какие нетасочные там. Хочу громче, у меня тихо постоянно. Похоже на бумагу туалетную с напечатанными баксами. Что у него? А, у них типа гольфики такие бежевые там, что. Короче, сейчас видно мои глаза пытаются досмотреться. Как ты там вообще, нет? А, досмотреться, да что ж, опять он в короткой футболке. Ку-ку. Мои глаза сейчас пытаются досмотреть все моменты, которые пропускались. Опять же, посмотрите, какие у них прикиды тут крутецкие. Офигеть, я теперь тоже себе такие хочу, рубашку со свитером. Ой. Вау, мне нравится белая свитеровка. Вот они спецовые. Летний клип же, ребята, что делаете? Зачем вот эти расстегнутые? А, тузы. Они ж эйс, они типа тузы. Вау, вливается в наши уши. А, это эйс, типа, я не вырешаю раньше. Много расстегнутых рубашек. Почему я только сейчас на это стала обращать внимание? Я раньше воспринимала этот клип как типа... Ой, ребята, перестала писать, камера перезагрузила, не знаю на каком моменте. Так вот, что я говорила раньше, я воспринимала этот клип как что-то такое супер милое. А тут, господи, посмотрите. Он слишком жаркий. Вау! Джун нам подмигивал. Вернее, что он там где брови вел.
Господи, как они строят нам глазки! Шлепс. Япон батон. Не знаю, мне кажется, я только что посмотрела вместе с вами и еще раз открыла этот клип для себя вообще по-другому. Видно? 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 Не видно? Я вижу розовую бумажку. Нашла. Для разнообразия. А, у нас тут вау-вау-вау! Ну, не из Ace вау, у нас здесь... Давай. Опачки. Ну, давай. О! Вы уже прочитали, да? У нас тут Temin Danger. Если честно, это, по-моему, любимейший мой клип сольный Temin'а. Прикол в том, что у него уже Криминал вышел, который я еще не посмотрела, но уже попозже. Ребята, мне настолько нравятся здесь образы Temin'а. Я просто обалдею. Я когда смотрела, думала, пока он идет, я буду трындеть много. Ой, все, перекращаю. Одни эмоции. Я смотрела, не могла понять, когда этот ребенок милый, которого я полюбила, стал таким. Шикарно. Кто не знает, что это мой бясик? Самый первый мой бясик в жизни. Когда слово бясик еще не существовало. И тут тоже мне так нравится эта стрижка. Образ просто сумасшедший. И такие нежные кадры, и такие, знаете, острые, с перцем кадры, и жесткие. И он весь такой блестявый. Песня, песня. И мне песня эта очень нравится. Вообще, мне сольная работа Temin'а очень нравится. Кайф, кайф. Смотрите, какая хореография. Просто со вкусом все, хотя, казалось бы, простые локации, да? Короче, все строится на харизме Temin'а. Камера погнала, погнала. Я балдею! Ой, господи, уж ты мой. Черный и белый Temin. Причем он, короче, там, где темненький, он даже более нежный, чем вот в этом светлом образе, он еще более дерзкий. Но то, что Danger, это однозначно. Ой, короче, балдю. Ай, мейкап! Убийственно. Я Temin'а полюбила 15-14-летним мальчиком. Ну, типа, я думала, какой талантливый, прекрасный ребенок. А потом вот смотри вот на такое. И переваривай. Сейчас-то я уже попривыкла. Это тело. Кстати, Temin'а очень сильно стеснялся, хотя он часто вот так вот появляется на сцене или еще что-то. А за сценой прям стеснюля. Сразу прятаться начинает, прикрываться. Гитара такая, знаете, как пушка у него. Ну согласитесь, у него крутая музыка. Вот, ну чисто, если так вот, ну без обидок, без всяких, он не слишком-то и вокалист был изначально. Он просто научен петь. Вот что я говорю, люди любят харизму, им не всегда нужна именно мордашка или еще что-то, какие-то сверхталанты. Он однозначно талантливый танцор, он сам по себе талантливый человек. Горжусь я Temin'ом, вот честное слово, прям гордость-гордость. Он, ну, входит в пятерку, и, наверное, он один из первых, если не первый, в числе сольных исполнителей, которых я стеню люблю, и творчество которых мне реально вот прям заходит полностью, полностью. Татьяна Г. Привет, Ари, приветик. Я давно подписана на твой канал, люблю с тобой смотреть видео и люблю твои реакции. Спасибо большое. Хотела предложить посмотреть клип EXO. Грубл, тот, который снят одним кадром. Люблю этих мальчиков. Спасибо большое, тоже люблю этих мальчиков. Мы с тобой не только нас две, значит, нас целая много. Нас целая куча, нас таких много. И спасибо большое. Я именно вот эту версию клипа очень люблю, которая одним кадром.
И мне кажется, именно с нее вот такой, знаете, глобальный взлет EXO пошел. Они и так были как бы, ну, известненькие такие, да, но прям именно с вот этой, хотя это была не основная версия, но она вышла раньше. Более того, их же получается аж 4 версии, потому что еще KM мы будем смотреть версию корейскую. Вы можете посмотреть все 4 версии самостоятельно уже найти. Окей, окей, Тао, начинай давай. Секс, эстетики, школьнички, значит. Господи, Сэхун, ты тут, да, вижу. Камера всех мне, парней, пожалуйста. Он пошел в своих красных кедах и красных футболке. Чен! Да. Такой секунду назад был медвежоночек, а потом раз, и опа, и у нас секси опять. Сумка. В сумке такая стрижка. Я зависла. В какой-то момент я подумала про вокал Бэкхёна, и все, ушла в свои мысли. Так, Кай, я поняла. Я поняла, что ты звезда звездей. Боже, как я люблю этих детей. О. Такой момент, я так аккуратно себе кепку на голову кладет. Да, Дио, да, мой хороший. Сухонько. Такой голосок у него нежный. Вот, закрутили, завертели. Руханчик. Со странным окрасом волос. На тот момент. Такие ручоночки без рукавов. Син-син. Ну, харизма Криса просто. Скажи, я пришел украсить этот клип, да? О, наш эльф. Вынырнул. Опа! Блин, мне так нравится момент. Это нога летящая. Слышите, на фоне тум-тум-тум-тум-тум. О, внимание, приготовились. Сейчас будут петь ангелы. Ханадурщи. Такой член просто там эхом. Ёшка. Мне, кстати, нравится у Дио вот эта стрижка. Эпичный Чанёль ворвался в кадр, но все равно не будет. Так, а кепка у Сумки. Когда успела? Я пропустила момент. О. Хоровод. Все. Все мы, короче, в шапке Кая оказались в конце-то концов. Господи, мне предлагает посмотреть Call Me Baby, обожает этот клип. Ну ладно, может быть, в другой раз как-то. Короче, блин, это просто, знаете, ребята, это такие воспоминания. Я в этот раз не ныла, вы заметили, я не ныла потом, как я хочу, снова всех мальчиков вместе. Но я об этом сейчас уже говорю тоже, наверное. Короче, ладно. Я всегда всех настраивала на то, что, ребята, наши 3 ушедших мембера, они ушли, значит, так лучше, давайте принимать это с уважением, все бла-бла-бла. И вот с мальчишками, с Крисом, с Вуханом и с Тао хочу их обратно в группу. Это невозможно. Но это будет мечта всей моей жизни, и надеюсь, что когда-нибудь произойдет это. Возможно, ребята уже EXO-то будут под собственным лейблом, почему нет, например, как Super Junior. Вот, и мы увидим их на сцене всех 12 вместе. Это будет самый прекрасный... Ой, я, наверное, буду плакать! Я только думаю об этом, мне уже плакать хочется. Ой, все, успокоились. Поэтому, короче, спасибо огромнейшее за эту заявочку, я была рада вместе с вами пересмотреть. Говорю, меньше буду болтать. Не... А, ага, это ж не я буду, если я не буду... болтать.
девочки у нас, они прям так и рвутся в мои руки, вы представляете? Смотрите. Так, After School, песня называется First Love. Я вот, ну так, видела клип, во-первых, плюс добавляла в банку, приблизительно представила, что это у нас такое. Помню я этот клип, потому что он относительно такой эпатажный, назовем, да. И поэтому я его тоже добавила из того, что предлагали вы, и как бы искала что-нибудь интересненькое посмотреть тем, кто, возможно, этого еще не видел. Погнали! Ой, камера трясется. Во! Видали? У нас будет стрип-дэнс. Вот представьте, как нужно было девочкам всем готовиться к этому релизу. Группа уже не существует, кстати. Ой, слезы, слезы там в глазах. Или так то было красиво просто снят. Посмотрите, как это эстетично и красиво. Прикольно у нее здесь прикид, кстати. Ну и, конечно, на такой фигурке, почему нет? Мне кажется, любой прикид будет смотреться прикольно. Рыженькая. Я залипаю, ребята, любуюсь. А вот тут по вот этим ставкам, знаете, типа песня такая грустная, грустная. О, танцы пошли у нас. Блин, их так много. 1, 2, 3, 7, да? Короче, такая очень соблазнительная песня. Знаете, прям эротик, эротика. Она такая нежная, знаете, сродни искусств, что ли, прям, ну, есть такие прям откровенненькие откровения, но я видала кей-поп-клипы и пооткровеннее, честно говоря, сильно пооткровеннее. О, посмотрите, вот это красиво. У нее тут такая милая причесочка. Косички там делают, класс. Вот это, наверное, девочка, она просто вот, господи, пилон называется, да? Это короче, типа умеет лучше остальных, поэтому ее прям очень много. Остальные чуть-чуть нам чуть-чуть показали. Вот я припев хорошо помню, куплет не очень. Песня не то, что прямо, но она очень классно подходит по атмосфере, по то, что мы видим в клипе. Под такую песню хорошо в какие-нибудь думы погружаться, знаете, такие. Ну, не обязательно меланхоличные, но... Ну, в большей степени, конечно, это все направлено там, как будто слезы. Слезы — это капли по стеклу, что направлено на, наверное, на очарование мужской аудитории. Ой, сейчас меня опять в сексизме обвинят. Короче, там, где они еще в тандеме вдвоем, это еще более... А, жарко. Вот так вот после школы. Автоскул. Короче, приколюжный у нас релиз такой тоже, кто не видел. Это тоже вот клип за счет своей вот такой необычности, потому что я не помню еще в кей-попе что-то с пилонами. Вот, он как-то и запомнился, и у меня в голове отложился. НС! НС! Правильно? Нет, не знаю. Привет, Ариран. Приветик. В принципе, рада видеть все, что выходит на твоем канале. Ну, а раз такое дело, то хотела бы, чтобы... хотела бы увидеть что-то из творчества инструменталов. FT Island или Enfine? Ты предложила что-то на мой выбор. И я тут такая даже растерялась. Типа, что смотреть? У меня в голове сразу всплыло несколько клипов. FT Island, который я бы хотела пересмотреть, такая, ну, типа...
там вот я считаю их очень мощными. Но потом, в конце концов, я подумала, что And Flying Potato посмотреть. Да, потому что мы ее обсуждали, я даже делала обзор, он достаточно яркий, вот, кстати, это 17-й год, и мне почему-то захотелось именно их глянуть, именно с этой песней. Поэтому смотрим Hot Potato, уже открыла. Погнали! Там такой диалог был, то ли он его спрашивает, типа, кем бы ты хотел стать, он такой, типа, хотел бы стать горячей картошкой. Мне очень нравится этот клип, во-первых, своей упоротостью, во-вторых, их актерской игрой, в-третьих, какой-то такой, знаете, легкой атмосферой, шикарная песня, яркие кадры, качество высокое, все. Рыбки в кулере. Костюмчики-то такие. Такой классный. Да, там мы на тебя гвоздеем. Боже, посмотрите, такие были в зеленых костюмах, короче. А тут звезды. На красной дорожке. Лимузин. Глаза блестят. И песня какая шикарная. Наверное, это моя любимая у них песня. Я сейчас пришла к этому выводу. Я никогда просто не задумаюсь. Так, подождите, что там у нас? А, типа, продать органы. О, это типа побочная сторона. Боже, это мордаха, я не могу. Побочная сторона этого... как известности, популярности, что, мол, типа, отношения не даёшь. А там вы посмотрите, плейбоевские девушки, первый класс в самолёте. Это лицо, я не могу! Просто вентилятор, вентилятор. Это так эпично. Ветер в лицо. Ой, посмотрите, блин, они такие хорошие. Эти, наверное, это счета, да? Счета. Цепи такие. Блин, как они вообще, как их шею выдерживают? Корп стайл. А это типа реальность, да? Мне нравятся вот эти кадры с ветром. Что он кидал, ну, картошку? И песня, блин, ну как же круто они вот они сделали этот релиз. Мне очень эта палочка эта летящая. Я смущаюсь. Микрофончик. Манка с арахисовым маслом, наверное, да? Класс. Короче, спасибо огромнейшее за заявочку. Клипы я добавляла, честно говоря, и And Flying, и FT Island в банку, но судя по тому, что у нас и Бантаны еще не попались, и многие релизы, которые я, например, очень хотела посмотреть, не буду говорить, мы посмотрим в следующем выпуске, потому что пришло по заявочке, пусть будет сюрприз. Вот. Я не ждала, что попадется. Я, конечно, как хозяйка канала могла бы сказать, так, все, вот хочу этот клип смотреть, смотрим. Но я же такая, типа, а-ля честная, все по правилам, все из банки. Вот, и только айвики, которые присылают донат, знаете, такие могут, так, хочу вот это, хочу вот то, и Ари такая, да, слушаю и повинуюсь, а сама сижу и радуюсь, да, поэтому спасибо огромнейшее всем айвикам, кто присылает заявочки по донату, и, конечно же, спасибо всем айвикам, кто вообще проводит со мной это время, пересматривает со мной клипчики, составляет мне компанию. На этом давайте наконец-то я уже все закончу видео, потому что вы, наверное, от меня уже устали. Саран-саран, с вами была Ариран, вас всех люблю и целую.